Всем большой привет, меня зовут Кристина, и вы на канале «Жить сейчас». Я очень рада вас приветствовать в новом дачном влоге. Мы продолжаем на даче обустраивать наш участок. У нас сегодня появились небольшие растения, деревья посадили. Были в питомнике и купили несколько вот таких вот туй. Они уже достаточно такие взрослые растения, потому что был у нас опыт садить маленькие, но они как-то очень плохо приживались. Хотя, ну, вроде бы наоборот должно быть. Взрослое дерево всегда приживается немного дольше, но в нашем случае почему-то было по-другому. В общем, вот такие вот интересные растения у нас. У нас задняя часть дома, и мы немножко вот так ее украсили. Разные. Вот такие вот туи. Они будут невысокие. И у нас появилась еще одна туя смарагд. Она немножко не кондиция, можно сказать, была по скидке, так как она тройная. То есть здесь три ствола. Делить нет смысла, потому что они будут однобокие. Ну, так вот, в таком состоянии, я думаю, тоже неплохо. Да, она немножко отличается от тех, но я думаю, ей у нас понравится, и она будет хорошо расти. Меня это абсолютно не смущает, что она немножко отличается. В общем, мне нравится. И у нас появилась вот такая вот туя, называется коника. Мы ее взяли по-моему, 80% скидки, так как в ней тоже есть небольшой дефект. Мы его сумели скрыть, этот дефект. Она тоже однобокая. Посмотрите, здесь росло две штуки вместе, и вот так они прикасались друг к другу. И вот эта вот часть, конечно, высохла, не хватало места. Но я думаю и надеюсь, что вот это вот все отрастет. То есть мы этой стороной к стене посадили, а с видимой части абсолютно не видно. И она, конечно, немножко кривая. Но как только она адаптируется к новому месту и уже как бы будет ей комфортно здесь, будем стричь, и, конечно, это все выровняется. Вот. Так что вот такой вот вам совет, кто хочет приобрести растения вот в питомнике, спрашивайте. В некоторых питомниках есть такой вот некондиция, да, деревьев, которые можно приобрести за большую-большую скидку. И просто нужно немножко времени, чтобы они как бы адаптировались. Ну а здесь у меня распускается гортензия, цветут мои хризантемы. Красивые, и начали распускаться гладиолусы. Я, конечно, хотела, чтобы они к 1 сентября распустились, но я думаю, что-то получится дождаться. И в этой клумбе у меня опять нужно наводить порядок, потому что лилии отцветают. Ну и начали цвести мои розы. Огромные бутоны. Моя любимица. Это плетистая роза. Такая вот она красивая. И здесь вот такой вот красивый гладиолус. Сиреневый. Такой нежный. Вот распускается. И вот здесь вот видно будет какой-то такой фиолетовый. Вроде. Здесь розочка как-то сначала болела, опали листья, но смотрю, что молодые побеги тоже идут. Вот такая красотка моя. Ну, а я пойду сейчас посмотрю, что у меня там созрело в теплице. Заготовки на зиму никто не отменял. Посмотрим. Соберу что-то покушать, но остальное закатаем в баночки. Теплицы у меня виднеется уже. Красненькие. Красота какая. Сейчас соберу и вечером пару баночек закатаю. И здесь тоже
красных хватает. Вот этот сорт «Красная заря», конечно, это что-то неимоверное. Сами видите, что томатов усыпано, ветки просто не выдерживают, и это только на одном стволе. Вот сами видите, это одно дерево, и вот это уже сколько я собрала, уже закатала, и вот они все спеют. Кисти такие большие, тяжелые, их так много. 100% на следующий год буду покупать этот сорт, потому что большинство вот сейчас моих закаток это именно вот этого сорта. В теплице не так много томатов, как вот из этих вот здесь 8 кустиков этого сорта. Вот из него я все и закатываю. Поэтому я считаю, что это просто чудо, а не сорт. Вот. Ну а здесь вот в ящиках я садила такие вот томаты. Здесь я вырву сорняки. Это томаты вот такие вот маленькие. Балконное чудо называется. Они как ягодки растут. Такие вот маленькие. Крохотные томатики. Я люблю закрывать их в такие маленькие баночки. Да, вот именно то, что они такие маленькие. Интересные. Вот столько собрала помидор, полкорзинки. Пойду сейчас за банками схожу. У меня тут в сарайчике свободные баночки. Посмотрю, что у меня там есть свободное. Закатаем. Так, вот мои баночки. Здесь и новые, и уже прошлогодние. Я не люблю большие закатывать, трехлитровые. Я максимум 2 литра закатываю. Поэтому я думаю, вот здесь, наверное, 2 литра. Да, 2 литра. Я думаю, сколько? 4 будет баночки, да? Надо найти 4 банки. Вот здесь у меня вот еще 2-литровые. Так. Я тут, так сказать, на глаз определила. Взяла 3 баночки 2-литровые, 1,5 и 1-литровую. Это вот для, знаете, для таких вот маленьких закатать. Такие вот черри. Я думаю, мне хватит. Посмотрим. Я намыла банки. Сейчас помою томаты. Я их прям здесь в раковине помою и буду укладывать. Я обожаю свое окно на кухне. Так я мечтала. Такое вот большое окно на своей кухне. Но большой минус того, что его нужно мыть гораздо чаще. Ну ничего, я готова с этим мириться ради того, чтобы видеть в окно вот такой вот вид, пока я готовлю кушать.
Пока я занималась заготовками на зиму, муж с детьми помыл бассейн, слили воду, залили свежую. Наливается. У нас уже вечер, солнце садится. Как-то мы в этот раз поздно его сливаем, потому что когда он наберется, неизвестно. Уже, наверное, будет ночь. Ну ничего, папа наш ложится спать поздно. Будет следить за нашим бассейном. Ну, я думаю, это последняя наша такая вот его заливка, да. Мы за лето его 2 раза уже сливали, несмотря на то, что мы все равно заливаем химию. Как-то вода все равно долго стоит и, ну, как-то, не знаю, неприятно. Поэтому мы все равно свежую воду заливаем. Так что это 3-й раз мы его моем. За лето 3 раза, я думаю, это не так много. У нас когда был другой раньше бассейн, надувной, мы его, наверное, каждую неделю мыли. Он такой был тяжелый, вот, неудобный. А этот очень даже удобный, каркасный, удобно мыть. Вот такой вот бассейн. Ну, на этом буду с вами прощаться. Огромное спасибо за просмотр. Я была очень рада, что вы заглянули в гости. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И поддержите меня, поставив пальчики вверх. Мне будет очень приятно. Ну и, конечно, это поможет продвижению моего канала. Всем желаю хорошего настроения. Всем пока!